Друзья, всем привет! Этот день настал. Лиза сегодня переезжает. Мы ее провожаем, выгоняем по очереди всех животных из их комнаты. Они там в комнате у девчонок. Катя танцует, Лева одевается, доедает. Лев, ты оделся? Лаврик сидит в айпаде. Катя, конечно же, танцы. Обычное утро, никто не пошел в школу, все дома. Все провожаем Лизу. Все в сборе. Что тогда ну, завтра? Почти, школу? Почти. Все едем на двух машинах. Лаврик рыдает, сидит. О, какая песня. Так, мы почти готовы. Выгнали машину. На одной едут девчонки. Куча, миллион тысяч чемоданов, которые Лиза собрала с собой. И мы с малышней, с Левой едем на этой машине. Девчонки едут вдвоем, видимо. Нам нужно ехать, нам нужно быть там с часу до трех определенное время у Лизы в апартаменте, где она будет жить, определенное время, то есть все, это, можно сказать, студенческое общежитие. В общем, там в определенное время сегодня заезд, у нее с часу до трех заезд, у кого-то там раньше, допустим, у кого-то позже, просто заезжая с родственниками, с родными, и чтобы не было большой толкучки, разделили по времени. А у меня такое же веселое настроение. Провожаем Лизочку. Все рады, все счастливы. Я уже 150 Лёва, раз. Мама, позови, пожалуйста, Лёву. Мила! Мила, мать твою! Что ж такое-то? Лёва! Лев, выходи! Я знаю. Пойдем. Пойдем домой. Надо выйти. Выходи. Папа наругает. Выгнали собаку. Чемоданы грузим. Лёва пошел. Коробки, там еще коробки у нее и чемоданы. У нее 35 тысяч чемоданов, 2 миллиона коробок. Все это надо как-то уместить. Аккуратнее. Так, что тут Лизок набрал с собой? Коврики, в душ, салфетки. А зачем она эту коробку взяла, интересно знать. Я думаю, где эти коробки? Они вон и нигде. Релакс, релакс. Че, релакс, мы все стоят на меня, орут, и никто не помогает. Большая семья. Кто хотел большую семью, полюбуйтесь. Сколько еще там чемоданов у тебя? Один уже белый, еще два и две коробки. Еще два и две коробки. Ну, в принципе, ладно. Как-нибудь вместимся. Подушки, простынь, еще чего-то там. Коробка, это косметичка, чтобы вы понимали. Чемодана. Один, наверное, туда подожди. Там все уже. А там что поставили? Коробка одна. Коробка не надо было. Или коробку давать туда, сюда два этих. Сюда войдет два чемодана. Ногти не переломай свои красивые. Набьемся еще идти. Это с собой или здесь? Господи, что в нем? Это здесь поставим тогда тоже. Там собака прыгнула, все в этой. Смурфики мои молодцы сидят. Довольные, счастливые. Сегодня выспались, молодцы. Все выспались, в принципе, сегодня. Сюда еще один войдет. Чемодан есть? Чемодан лежит у меня внутри уже. Ну, если все влезло, то ладно. Не закроется его. Так просто переверни. Три чемодана, три коробки, все. Угу. Все, супер. Все вошло. У нас просто третий ряд открыт сидений, а у Лизы там много мест. Там третий ряд свернут обратно. Машины? Нет, все на двух машинах. Ты в какой? Мне у тебя есть право выбора. Да, сюда водичку. Все, да, садимся. Давай, не надо, сыночек, пожалуйста, так нельзя там ехать. У нас нет. Мы выезжаем. Наконец-то мы выезжаем. Время почти 12 часов. Ехать нам 1,5-2 часа. Точно не знаем, сколько показывает конкретно до адреса. Ты не вводила еще? Час 42. Ехать нам до конкретной точки, до конкретного места жительства нашей Лизы. Поехали.
Друзья, мы приехали в Майами, славный большой город, в котором, кто не знает, мы жили год, а потом переехали. А дети смотрят мультик, и это хорошо. А мы подъезжаем. Краткая история, почему мы вообще переезжаем. А Лиза переезжает, мы просто ее провожаем. Лиза переезжает, она 2 года отучилась в комьюнити-колледж, там, где мы жили, в Нейплсе, и сейчас она перевела все документы сюда, в университет, в Майами, и переезжает жить, и учиться, и работать в этот славный город. Она сняла апартаменты в, так скажем, студенческом общежитии. Сейчас мы покажем, как это выглядит в этом университете. Если нас тут запустят. Нет, а сегодня день открытых как бы дверей, когда все заезжают, сегодня всех пускают, да. И мы с вами все посмотрим. Сами посмотрим, вам покажем. Нам самим интересно. Дети смотрели мультики всю дорогу, никто не плакал, и это уже прекрасно. Дорога обратно, конечно же, не будет такой хорошей. Ну, что делать? Ладно, хотя бы сюда доехали все весело. Но они выспались еще все. У нас сегодня до свидания, мой ласковый Мишка. Вот это, короче, да, говоря. Ой, история про Мишек я прям отдельно вам покажу. До новых встреч. Помните наших Мишек? Я отдельно жила. Ну, это не связано. Я имею в виду, что мы сегодня... Ну, я просто ту же песню пела ровно вот так. Да? Такие с помойки забрал, они такие сидят, такие мамы. Я покажу, мне, да. Говорят, эй. До свидания, да. Говорят, эй, мы здесь, я мимо проезжал. Я их обратно запер к себе в машину. Так, ну что ж, тут городок, так скажем, общаги. А, папуль, как у тебя общага будет сейчас? Получше тут немного. У нас, здесь конечно, ребята, смотрят, это все студгородок, да, ребята, вот куча здесь молодежи, студентов. Да, здесь в основном молодежь, студенты, но Майами, в принципе, город довольно молодой. Не, ну он такой себе молодой, но он прям... Я имею в виду, ну, по в принципе... контингенту, молодежи много здесь, да, и...
Ты хочешь такой домик? Ну, я бы так не стал на твоем месте. Да, это очень старые домики, на самом деле. Ему надо апстейрс. Лёва, Гартучугарт, у нас намного лучше. Это, на самом деле, очень старые домики, действительно, да. Ну, здесь застраивают, здесь старый был район, район Майами Юниверсити. Вот здесь, вот видите, вот кафушки какие-то строят студенческие, что-то еще. На самом деле... Какие-то модные студенческие кафушки. Да, ничего сильно привлекательного такого не будет, вот только такое разве что. Ну, Майами. Да, но... Да. Кто смотрел наши влоги из Майами, мы показывали и писали «Город контрастов». А вот он, вот их общежитие. А, вроде да. Я на картинке да, только да. видела. И вот ну, я по бассейну. Бассейн на 5-м этаже или на 6-м. Да. Вот так вот маленькие да, домики. Да, вот, вот так живут кто-то, кто. Да, ну это старенькие такие домики совсем вот такие. Тут будет Лиза жить? Не, а, нет, Лиза будет вон в том большом доме жить. По-моему, это он. Так, мы подъехали. Так, достаточно сейчас, новое да, вот, здание. Короче говоря, вот у них парковка своя. Парковка. Вот. Похож на наш дом, как Подожди, мы жили мы в Майами. Сейчас на заправку заедем. Да, нам заправиться надо. Так, а где у нас Лизочка? Она за нами ехала, она где за нами она ехала. Там? Кстати, можно было отсюда было даже комфортнее. Посмотрите. Домик, живот. Я хочу дойти на новый дом. Ой, Лаврик, уже нам опять новый еще, дом надо. Новый дом еще старым не сделал, поэтому давай еще. Еще этот не уничтожили, подождите. Так, первым делом мы на заправочку, нам нужно заправиться, мы на нуле вообще, мы еле-еле дотянули, мы все откладывали, откладывали. 20 миль нормально. Ну, 20 миль, ну, это как бы так, на 15 минут дороги. Ну, в целом, да, можно и покушать. Да, Лаврош, мы приехали, подожди, мы приехали. И вот, посмотрите, дом, где будет жить Лиза. Ты тоже. Я не буду, я сплю в доме. Вот такие вот стандартные домики в Майами. Собачка. Собачка такая, старушка. Таким жестким лишаем. Да, вся облезла. И там вообще-то... Еще собачка. Лиза, нет? Окей, спроси, куда нам деваться у девочек. Вон на Лизе. А как мне таскать эти... ну ладно, коробки у вас, окей. У нас только два чемодана. Куда мне ехать на колесиках? Это ее одноклассники, что ли? Я понял, мне как выгрузить чемоданы сраные? А мы можем где-нибудь здесь встать, да? Вот ты спроси, пожалуйста, потому что мне надо как-то это... Либо давайте я к вам сейчас перегружу чемоданы, чтобы вы оттуда их завезли. Вон, видите, там допрос. Кто приехал, зачем приехал? Не-не, они заполняют просто. Ну, я про это и говорю. Ключи выдают. Да. Заполняют просто, да. И все по времени, на самом все деле. По времени, все по времени, да. Я об этом и сказала. Все по времени. У Лизы с часу до трех. Вон, видите, там целый этот. Целый пункт. Я могу к вам перенести чемоданы, Маш. А мы можем быстренько помочь и потом выехать? Как временный такой. Вон девушка сейчас подойдет к нам. Форт Нокс. Не попасть. Лиза предъявляет свои документы, и таким образом они запускают. Так просто не попасть в это здание. Лиза как студент этого университета, и она уже арендовала здесь жилье, она уже оплатила заранее все. Она ездила заранее, я не помню даже когда, несколько месяцев назад. Она ездила сюда, смотрела, выбирала, выбрала и оплатила и депозит, и все, и уже заплатила за следующий месяц проживания. Hello. Собачка. Yes. Студент с собачкой. А университет, в котором будет учиться Лиза, Florida International University. Так, ну что, мы рядом встали, туда мы проехать не можем, Лиза за нами спустится. Да, здесь, конечно же, все платно. В Майами, знаете, чихнуть, заплатить, чихнул, заплати, встал, заплатил, сел, заплати, лег, заплати. Майами. Очень большой университет, очень красивый. Лиза в нем была уже заранее, раньше, и его просто не обойти. Он просто огромный, красивый.
много там различных направлений. И, в общем, Лиза была просто в шоке. Она ездила специально. Я даже не помню, когда, может быть, полгода назад она ездила специально, и, ну, может быть, несколько месяцев назад, и у нее там был целый тур по этому университету. Друзья, ну, мой сломан. Майами. Знаешь, скучаешь, пап? Все так знакомо, черт возьми. Верните меня обратно, благословенный на его. Все так знакомо, черт возьми. Парковка, не заплатил, получишь большой штраф. Но он не работает, мы не можем заплатить. И там человек написал, что не работает. Мы сейчас пишем, не работает. Сейчас положим вот сюда, чтобы нас не штрафанули. Майами, черт возьми. Да, welcome. Welcome to Miami. Песня есть такая, да. Нет, Майами город контрастов, ребят. Майами классный, крутой, бесподобный, да. Когда отдыхать, вот хотя бы 15-20 тысяч долларов в месяц минимум, когда зарабатываете. Да. Минимум от. Ну, это прям минимум. Прям, живете, чтобы, да, в хорошем элитном районе. Ну, я имею в виду чистыми, когда уже все, за минусом, когда, всех, да. Да. Без всяких кредитов. Да, без всяких кредитов, да. Да, то все, у вас все отлично. Саня, все Айлс еще можно, да. Там. Там тоже есть хорошие, шикарные билдинги, все хорошо. Да много мест в Майами, да. Майами классный, реально. Шикарный. Классный, но, а то мы сейчас запугаем. Ну, только за ваши деньги. Да, все за ваши деньги. Если да. У вас нет денег, то... Тоже welcome, что нет. Но как бы будет... Так, общем, Лиза, звони, узнавай нас, что... Она же еще не встала даже. Нет, она уже сюда уехала давно. А, да, сейчас позвоню. Да. Я позвонила Лизе, она сказала, да, все, мам, сейчас идем, у нас просто дети... Выпили всю воду и теперь в туалет хотят. Вот. Я не знаю, как Маша зашла. С Машей, видимо, пустили ее на одной машине. То есть, видимо, если бы мы были на одной машине, то без проблем. А мы на двух машинах, то есть ее машину пропускают, как студента, а нашу нет. Видимо, в этом дело. И вот мы вот здесь встали. Вон сзади, да, там один пропуск на одну машину. Все. Да, на одну машину просто пропуск. Ну, пойдемте просто в холл зайдем. Там. Точно можно там будет. Все. Да, можно. Ну, пойдемте. Так, выходим. Все выходим. Тоже родители. Мальчиков привезли. Так, Лаврушь, не выходи на дорогу. Тут нету. Вот так выглядит парковка. Ну, как всегда, мы показывали, что здесь парковка в Майами, она внутри здания. И мы в таком же доме жили в Майами. Это экономия мест. Вон еще, видимо, строится очередная общага или еще что-нибудь. Это главный вход в эту общагу. Школьники. А мы прогульщики сегодня. Дорога. Все синенькое такое. Так, подождите, нам не сюда. Так, мы ищем тут туалет. Здесь для учиться. Так, вот здесь, наверное, малышня, идите сюда. Мне кажется, здесь должен быть поильнички, кому попить. А, вот они. Вот идите сюда. Вот картину повесить нам, вот прям именно такую. А? Вот в этом. Ну, где у нас пластинку, наверное. Ну да, я поняла тебя. Вот прям такой туалет. Так, пошли, мы нашли туалет. Пойдемте. Так, здесь туалеты для девочек. Лаврушь, тебе надо? Нет. Тогда постой с мальчиками. Пойдем. Вытирай, да. Бери бумажку, вытирай. Молодец. Все, и туда же бросай. Все, пойдем. Пойдем. Капкейк? Вот здесь лифты. Подниматься наверх. Мы пока еще ждем Лизу. Она еще пока не спустилась. Здесь можно. А что здесь, Катюш? Чай, кофе, потанцуем. Ну, можно, если хочешь, возьми. Это можно брать. Это для вас, будущие студенты. Можно. Ну как? Нормально? И вот так, кто без машины, видимо, вот так выгружается. Лиза сразу с машины, у нее свое парковочное место, которое она отдельно оплачивает вместе со своими апартаментами. И возьми, попробуй, что возьми. Внизу холодильничек. Ну как, котик? Тебе придется это съесть. Вкусно? Если не вкусно, не надо. Редбульчик. Так, мы все еще ждем нашу Лизу. Так, студенты подходят, берут редбульчик и уходят дальше. Нету салфетки? Пошли, дети, еще за пончиками.
и за капкейками. Понравился как, да? Пончик. Вот так студенты. Удобно, Катя, на таких подушках-пердушках сидеть? Видела, Кать, где водичка? Видела, мы проходили возле туалета. Нет, не там. Мы проходили с тобой поильнички возле туалета. Иди попей. Да, иди попей. Тоже иди попей, когда даешь, иди попей. Бумажку не съешь. Я вспоминаю славную общагу Томского политехнического. Девятиэтажки. Лифтов не существовало изначально. Не, не существовали, но их закрыли. Сломанные окна. Из двери, которую мы сняли с соседней, сделали себе кровать и дали только сетки. Благо, что с нами был папа нашего друга. Как, боже мой, это такая жесть. Это просто, ребята, жестяная жесть. Да. И при этом Сибирь. За водой, ребята, примерно 2 километра на колонке очередь. У нас ведро украли. Авиационный кипятильник был с нами. Он сам по себе 10 килограмм весил сюда воды. Жесть. Жесть, ребята. Это, я как вспомню, через что нам прошу это пройти, по-моему. Ну, я даже не представляю вообще, чтобы это я сейчас своего ребенка туда отправил. Ну да. У них прачечная. Есть. У них бассейн, у них спортзал, фитнес-зал. Не знаю, если получится, мы везде пройдем, посмотрим. Сейчас мы их дождемся. Я тут в туалет с каждым по очереди хожу. А сейчас будем подниматься. Сейчас Лиза скажет, в какой они комнате, в каком номере, и поднимаемся. Ну, машины есть не у всех, поэтому кто-то просто на велосипеде, велосипед с собой и на велосипеде до кампуса, наверное. То есть не у всех машины, конечно же, есть. Студенты разные. Кто-то с машиной, кто-то без машины. Кто-то арендует здесь, студенты ездят на скейтах, которые здесь арендуются за небольшие деньги и оставляется там, где куда-то доехал. Потом обратно взял уже другой и домой приехал. О, Girls наши. Встаем. Ну как, заселились? Да мы просто вещи оставили, но мы пробки мы не дотащили бы еще до 11. Да мы все чемоданы схватили. Пойдемте посмотрим. Пойдемте, разберемся. Малышня, пошли. Катя, подушку не надо брать, оставляю здесь. Пойдемте. Конечно, по ключам. А мы не знали. Мы такие мужики. Кнопки не выжжены, да, не нацарапаны. Да, Петя, да, Вася. Привет, да. Надпись. Мы едем или стоим? Все. Он не прочитал мой ключ. Неизвестно. Ну что такое? Лап. Я же нажала. Лап. Вот теперь, да, зеленый, надо подержать. Надо не просто нажать, надо подержать. И у меня место, там, знаешь, есть обычное, а есть и со столбиком. И, конечно же, мне дали со столбиком. Это наш? Да, наш. Упс. Вот так. Студенты ездят на вот таких вот самокатах. Папа, ты куда? Так, мы в гараж. Слушай, ну много и на велосипедах. Со столбиком с двух сторон, куда машина еле втюхивает. А сколько ты за него доплачиваешь? 100 в месяц, да? $100 в месяц за машиноместо, за свое. Ну, как вот мы жили в Майами. Мы что-то 130 вроде платили, да, Вов? Нет, ты не понимаешь, вот есть обычные места, у меня со столбиком. Это, видимо, дороже. Это понятно, но ты не представляешь, там вот Volkswagen еле вмещается. Ну, я потом возьму машину поменьше, просто пока ничего нет. Пока, да, пока у Лизы такая, а потом будет другая. Да, зато очень удобно тем, что... Тебя, кстати, да, ты как защищена. Да, вот так вот представляешь, вот рядом кто-нибудь. Мы все время в Майами боялись, что у нас кто-то вот так подъезжает, открывает двери, в нас и царапины, и все. А так она защищена, получается, как в собственном гараже. Угу. Да нормально, что ты? Супер, вообще, как собственный гараж, Лиза. Конечно, тебя никто не подобрет, ничего не видно. Но именно вот со столбиком мне не нравится. Но... Наоборот, хорошо, потом поймешь. Смотрите, вид какой.
обалденный. Да. Наверху вид обалденный, да. А я не могу ничего не смотреть. А тут не надо, Катюш, тут не надо так. Да где все? Тут еще ехать и ехать. Так, Лев, давай помоги. Все, сиди. Лева, давайте достаем. Открой дверь, пожалуйста. Достаем все чемоданы. Двери. Нравится? Да. Будете учиться, приедете сюда после школы. Здесь остаться? Ты еще даже не заходила к Лизе. Я хочу остаться. Чумазый весь. Перевозим Лизу. Вся семья задействована. Ждем, потому что в лифт мы не можем попасть без ключа. Так, а это вид с другой стороны, да? Ух ты, смотрите, это на этаже. Можно вот так вот присесть и посмотреть. Смотрите, закаты, рассветы. Ой, как классно. Закат здесь не увидишь, тут только рассвет. Мы бы с тобой все время, по-моему, тут сидели, да, Фаф? Это же как свой собственный балкончик. Классно. Здесь еще и движ, когда огонечки все загораются. Очень красиво. Смотрите, вот такая вот чернота. Ну да. Время такое. Все, дожди, дожди. Класс. С таким видом, по-моему, супер вообще. С таким столиком. Котик, садись, вон они, пришли, встали. Пойдемте, они вышли уже. Пошли. Да здесь мы, здесь. Мы же без твоего ключа не можем попасть. Это мое. Мама несет подушки. Они в целлофановом пакете, который ты сразу же выбросишь. Они на складах так и валяются. А ты думала как? Заходим, 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 заходим. Поместимся? Утрамбовались. Давайте. Это самая тяжелая коробка. Нормально. Да, не, нормально. Лев, ты развернись и поставь ее, да, прижми просто. Вот так, ага. И все, тебе легче было, просто придерживай с одной стороны, меньше. Ты нажала? Да, я нажала. Но спокойно. Надо подержать, нужно, надо подержать. Все, вот теперь вот. Теперь жми кнопку. Все, мы поедем. Им в школе за каждую фигню. Good job, good job, good job. Очень жарко. Да, жарковато, кстати. Немного. Камера, кондиционер, все есть, но на минимуме. На этажах прохладнее, да. Лучше не застревать в лифте. Выходим. Идем, 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 идем. Выходим, выходим. Выходим, дети. Не топчемся под ногами. Еще не приехала девочка. Лиза живет с еще одной девочкой. Она еще не приехала. У нее, видимо, в другое время заезд. Так специально сделано, скорее всего, чтобы один человек пока заезжает, вход-выход был свободен, и потом уже в другое время заезжает другая девочка. Здесь у Лизы комната будет, номер, как, квартира, квартира на двоих. Да. Это общая кухня. Это твоя комнатка? Я выбрала это, потому что город, видишь, вон Майами. Ага. О, там боже, Лиза, бомбезный вид. Офигенный. Я такой ради вида выбрала. Супер. Yeah. А там можно к девочке зайти, пока ее нету? Можно? Да, ее пока нету, да? Да. Вова, ты видел вид какой бомбезный? Посмотри. Ага. У нее немножко, у тебя немножко туда, а здесь немножко вот так, да? Ага. Это вот так? Нет, здесь девочка вторая живет, вторая девочка. Это у нее, здесь будет она жить. А ты выбирала комнату, заходила сюда? Да, я выбирала. Мне не очень, а мне кажется, вид какой-то не очень. И она кажется более, вот это кажется больше. Классно. Матрас, кровать, кстати, да, есть. Это общая зона, телевизор смотреть, на вид смотреть. Балкона нет? Нет. Ага, нет. То есть вот окна, окна в пол, да. Да, сейчас покажешь, сейчас покажешь. Так, кухня общая. Можно светило здесь включить? Где тут светило?
Это я кондиционер. Убавляю, прибавляю. Лиз, где тут свет? Стиралка. А, вот стиралка, сушилка. Так, лаундри есть, стиралка, сушилка. Можно тут свет включить? О, супер, yes. Это общая кухня. Я как бы вспоминаю, у меня все время ассоциативный ряд с моим ужасом, который меня поглотил, когда я увидел общежитие на вершине на 46. После дома родного. Да, ХТФ, да, химико-технологический факультет, вершине на 46. В Томске. В Томске. Просто, ну, чтобы вы понимали, у нас вот была, мы зашли, у нас была дверь вот так проломлена вот где-то посередине вот сюда. Мы потом из нее кровать делали, потому что там дали только сетки, и то через 3 дня. А так спали на полу, грязь была. А с середины окна не было. Можете представить, Сибирь. А еще, кстати, представьте, внутри в общаге нет ничего в комнате. Ничего. Типа холодильник, мы раковина, по помойкам, у нас не было даже света, у нас торчал один провод, благо дядя Валера Толмаков, это честь ему и хвала, здоровье на долгие года, потому что он нам помог, мы провели себе свет, розетка была одна. А лаундри у вас было? У нас был один толчок на 32 комнаты, умноженный на это, со сломанным окном, чтобы не задохнуть. И все, что вот, простите, посрать, мы вот так прыгали, и хорошо, когда это все замерзало, а то вот так вот, короче, это жесть. И девочки, и мальчики на минуточку. Да, все да, вместе. Все равны. А теперь давайте посмотрим, сейчас до кухни я дойду, поподробнее сниму. Сейчас мы с вами посмотрим Лизину комнату. Это внутри какие-то сторожи, да, Лиз? Да, внизу. Парта. Это все нужно будет потом, после того, как ты меняешь место жительства, да, все вот вернуть шкаф, в том вот же. А шкаф можно посмотреть, да, внутри? Можешь? Открой мне, я камеру задержу. Подожди, Лава. Лавар. Да, можно. Да. Ага, ой, с полочками. Класс, класс, класс. Можно жить одному, да. Нет, нет. Не, можно выбрать. Можно выбрать? А как ты выберешь? Ты же не знаешь человека. А, ну это если ты с подружкой заселяешься, да. А так в целом, конечно, Лиза не выбирала. Она не знает эту девочку. Я тоже согласна. Но Лиза нашла в соцсетях, уже нашла фотографию. Ей, тебе, кстати, расскажи, да, как тебе, тебе присылают информацию, с кем ты будешь жить, да, как ее зовут, да? Да, ее имейл, ее номер, ее номер телефона, да. То есть это даже не должен быть твой друг, а просто кто-то рандомный? Да это кто угодно может быть, просто твоего же пола. Итак, ванна, полочки, унитаз, шикарно, супер, лейка обалденная. Чистенько все, классно, очень классно. Слушай, большая ванна, все как ты любишь. Да, зеркало, большая ванна. Есть место, где поставить колонку. Да. Слушай, ну супер. Вот эта комната как-то больше раз, не думаешь? Вот это как-то чувствуется лучше. Здесь то ли вид другой, то ли, я не понимаю. А, знаешь что, там жалюзи опущены. Я думаю, что не так? Там жалюзи были опущены, а у тебя нет. Но вид, Лиза, на миллион долларов. Ну, сейчас тучи перекрыли Майами, там прям видно, да, было стоит. Там прям город был видно Майами. Да, да. Сейчас тучи там. Обалденный. Вид, ребята, офигенный просто. Да. Все Майами как на ладони. Да. Просто бомбезно. Вот тут низенький дом, а там уже большие такие небоскребы за тучами. Я живу буквально в 10 минутах от даунтауна. Супер. Мне 10 минут ехать. Здесь аэропорт недалеко. Да, тут с 5 минут. Тебе здесь Walmart и Костка рядом. Они в зоне аэропорта. Ну, рядом, я имею в виду, на машине и как бы, да. А так, я не знаю, наверное, маленькие магазинчики есть. Где вы тут кушаете? Какой-то внизу? Ты нам проведешь по своей общаге? Покажешь, что там? Бассейн, я не знаю, что там у вас там. Мам, можно я сниму вот этот бокс? Господи, что ты собрался сделать? Можно. Да можно, господи, бокс какой-то нашел. Покажи. Класс. Да, друзья, вид на миллион долларов просто. Вовка, вид огонь, да? Мне кажется, нет гарнички, мне бы вкус это делать. А ты что, не взяла корзину, ты хотела взять? Пока просто в пакетике складывай. Давай, подожди, я что-то открою, может, будет. Жалко, еще погода такая, а так, конечно, ой. А так, конечно, можно было бы посмотреть. Слушай, как я другу отправил в Москву, пишет, вот. Вот, говорит, это разве жизнь? Не к чему ему пишет стремиться. А где саморазвитие? Где инстинкт самовыживания? Скукотень. Действительно. Ну, по помойкам не надо ходить, собирать провода, чтобы провести свет. Да, да. Это же капец. Да, есть такие комнаты на одного. Есть на четверых. На троих не знаю. На четверых, да, Лис, есть? На четверых еще дешевле. Это на четверых, да, по 1000? На четверых по 1000? А у тебя сколько? 1500. 1500 у Лизы. И плюс машина место. Плюс или включено? Что? Плюс или включено? Машина место. 1600, значит, да? 1500 уже с
места. А, уже с места, все понятно. Я хочу 1400. Угу. Разогревать, готовить, духовка, ящички, посудомойка. Как у нас такая же. Шкафчики. Можно, я же сказала, бери ты свою коробку. А, морозилочка со льдом. А лед, а, вот сюда. Вот сюда. Голодно, сейчас поедем, Лева, мы все голодные. Я тебя слушаю. Большой холодильник. Это здесь нельзя остаться, здесь Лиза будет учиться. Учиться здесь Лиза будет. Здесь нельзя остаться, здесь учатся. Когда ты вырастешь, здесь нет маленьких детей, здесь только взрослые тети и дяди, они здесь учатся. Когда вырастешь, ты приедешь сюда и будешь здесь учиться, да, если захочешь. Я не хочу учиться. А, ну то нет. Хорошо устроился. И вот такие вот два стульчика. Кто-то один готовит, допустим, кто-то наблюдает, либо вдвоем сели, посидели. Телевизора нет. А, ой, телевизор есть. Вышли, сейчас пойдем посмотрим. Лиза нам покажет, где тут бассейн, может быть, фитнес-зал, что-нибудь еще нам покажет здесь. И мы выезжаем, потому что мы голодные, и нам надо возвращаться, у нас собака. Так, это этаж развлечений. Тоже студенты ходят на экскурсии. Ну, родители, в смысле, со студентами, да, на экскурсии. Сегодня, так скажем, день открыт. Вау, боже, пул обожаю, ребята. Я так много в него играла. Но это надо время, Катюш. Обожаю эту игру, ребята. Я всю молодость и студенчество проиграла. Обожаю. Так, хоккей или как эта штука называется? Никогда она меня не привлекала, но как-то что-то такое тут надо крутить, крутить. В общем, здесь это любят. Фитнес. Фитнес. О, смотрите, как классно. Ого, это студенты такие? Вау. Что ты сказал? Они большие, широкие, но они маленькие по росту. Ну, как бы не знаю, Маш. Пойдемте на улицу, выйдем. Пойдемте на улицу, выйдем. Это еще и здесь. А, иду. Дети, пойдемте. Дети, пойдемте. Дети уже нашли. Да-да-да, кухня. Что-то можно. Это общее, в общем доступе здесь можно что-то принести, приготовить, привезти друзей или просто в своей компании студенческой здесь собраться вечером. Ну, здесь, конечно же, ограничения по времени. Здесь строго следят за порядком. До стальки-то нельзя, до стальки-то можно. Туалет, поильнички, да? Что? О, блин, жалко. Ой, вот эти машинки обожаю просто. Жалко, сейчас идет дождь. А, я снимаю. Конечно, я снимаю. Вот так можно посидеть под кондиционером. Выйти, позагорать. Почему? Вот откуда такая бездуховность? Где скрепы? Почему все так вот? Как можно вот после что этого? После этого как можно идти добиваться чего-то, да, в жизни? Согласись? Надо. Ты заселился, уже можешь вечно учиться. У тебя уже все есть. Поэтому они у некоторых учатся, вот у некоторых там в 70 лет в Америке человек закончил, да, универ. Так правильно, я бы тоже здесь только учился. А что мне учиться-то так всю жизнь, да? Мне что, пошел, добился, выжил. Выжить, главное выжить. Вот это вот ключевое на выживание. Да, ну вообще, я не знаю, так как это бездуховно. Бездуховно как-то. Не родное, это не наше. Да. Я сейчас думаю, я ту комнату или не ту выбрала. Отличная комната, ты выбрала классную. Мне кажется, да, отличная комната. Балкончик, там девушка сидит, можно посидеть. Что это? Комната? А, это же обычный этаж. Это обычный этаж, на самом деле, да, здесь. На этом. Да, идем, мы все хотим есть. Сейчас пойдем. Вот такие вот стульчики, посидеть, расслабиться, балкончик, девушка сидит. Да, вот когда жарко, там супер. В Майами же немножко потеплее по градусам, он более южнее находится. И здесь почти всегда тепло. Ну, как почти всегда? Помните, кто смотрел нас? Мы показывали, насколько здесь зимой тепло. Было 6, по-моему, градусов. Самая низкая температура была, по-моему, 6 градусов. Плюс, я имею в виду, плюс.
Ну, вот пока мы жили, я имею в виду. Гриль, можно жарить мясо. И вот так этажи с комнатами. Здесь живет только одна молодежь, как вы понимаете. Маш, не надо, там очень мокро. Там, наверное, поэтому надо прислонять этот и выходить. Ты довольна? Да, ну что? Грустно? Ну, не грустно, а там же просто зеркал нету. Потом я не понимаю, да. Например, гриль, или окно домашнее. Гриль большой стоит. Я окошко будешь открывать, что сетки Давайте, да, едальню какую-нибудь. Лиза напрашивается покушать с нами. Папа говорит, нет, все, птенец выпал из гнезда. Тому уже да. Ничего не приносят родители. Все, выпал. Вылетел из гнезда, все. Так, а что там у нас? Макдональдс. Лиза, быстренько найди какую-нибудь вкусняху рядом. Нет, что поближе есть вкусненькое? Например, мой буфет, например, пиццерия какая-нибудь. Катя, подушки брать нельзя, еще раз повторяю, подушки остаются здесь. Так, все, выбрано. Так, что мы выбрали? Мы выбрали что-то там с чикенами. Что-то, да, грин чикен. Супер, какие-то креветки есть, да? Ты уверен? Ой, Лавроша. Господи, все тебе. Ну, что-нибудь подумаем, придумаем. Лиза уже все, остается здесь. Сейчас мы Лизу покормим, и она остается здесь, да? Да, ты не знала? Котик расстраивается, что Лиза остается мама, здесь. Мама, она потом приедет домой? Конечно, она приедет. Не нагоняйте тоску, тоски нет. Тоски нет. Лиза, у тебя есть тоска, не может? Нет, я сейчас думаю, что я буду делать. Что сейчас будешь делать? Да. Ну, есть телевизор, есть интернет. Самое главное. Я думаю, кто-то будет учиться и работать. Как бы обычно, что делать, я точно знаю, чтобы оплатить. Ну, конечно, это будет. Но сейчас первые, мне кажется, первые дни немножечко обуяет такая тоска. Мне так кажется. Как бы было у меня, мне кажется, было бы да. Не знаю, у меня не было. Ну нет. Да, конечно, я вот помню другие рассказы. Не, да, нет, ну, нет, тогда да, было, ну там да, просто от ужаса, который нас охватил, но было весело. Он рассказывал, даже не доставал постельное белье. А куда бы я его доставал, кровати у нас появились только через неделю. Да, спал и без постельного белья, знаете почему? Потому что он доставал, нюхал его, вдыхал запах дома. И очень тосковал, и переживал, и хотел домой, и плакал. Да, Вовчик? Да, и вот парковочка. На первом этаже лучше вообще парковочные места не занимать, потому что они даже предупреждают в Майами частые затопления. И у нас висела табличка на первом этаже, чтобы машины не стояли. Либо вот такие вот большие машины, вот это еще ладно. А так в целом затопление... Очень часто случается в Майами, и лучше машины повыше ставить. Разберешь. У тебя будет чем заняться, вещи разбирать. Потом девочка сегодня или когда? Она может не сегодня приедет, кстати, она может позже приедет. Такое тоже возможно. Нету штрафа там у нас? Да мало ли, блин, Майами. Садимся. Так, все пятеро. Садимся. Все устали, Катя устала, Лаврик еще пока держится, Катя уже, я прям смотрю, она прям предостеричная, у нее уже несколько таких было звоночков, что сейчас вот-вот, и ну вот, Лиза, конечно, тоже нервничает, мы нервничаем, ну, в общем, немножечко такой нервоз есть. Тише, все равно мы уже как бы побывали там, где она будет жить, посмотрели, проводили, сейчас мы все вместе покушаем, оставим Лизу и поедем домой. Ну кто там скулит? Котик мой скулит там. Район что надо. Машка, грустишь? Нет? Снимут колеса, грустит, позвонит. Грустит. Да ладно, снимут что-то. Florida International University. Вон там он, Florida University. Это главный корпус, да? Да. Главный корпус. Ты там ходила, гуляла? Да. Ага. Ну, ты в школьном автобусе прикольно. Ага. Сейчас время для школьных автобусов как раз 2:49. Сейчас весь город будет желтого цвета. Два, три, четыре часа. Это такси наше. Это типа шаттл, да, ваш такой, который возит? У меня сын сделал, пожалуйста.
Вот он, друзья, главный корпус FIU, где будет учиться Лиза. И у них ходит шаттл. А шаттл для кого, Лиз? Для тех, у кого машины нет? Для кого шаттл такой? Для университета, он их катает только. Мама, вот это вот таксон, да. Вот через приложение, видимо, как-то берется, да, через видишь. Ага, а, через называется приложение. Freebie. Угу. И за тобой приезжают, у тебя отвозят. Щелкать. Только туда и обратно, больше никак, конечно. Ну ничего себе, Тесла, блин. Это Model X, по-моему. А я помню, как мы ходили. Модула. Между не корпусами. В нашей Сибири. Ух, ребята. У нас был университет по всему городу. И в минус 50 идешь, охренеешь, да, просто идти. Ну, минус 50 там редкость, конечно. Ну, редкость. Но я помню, минус 54 или 56, так что не помню. Маршрутки были не особо доступны в плане еще и они по деньгам. Дороже были, да. Да. Ну, а вот еще одна, смотри, такая. А мы на трамвае. Очень холодно. В трамвае так же холодно, как на улице. Либо в троллейбусе. У нас там недалеко было. Я жила на Елизаровых. И в педагогический ездила, там несколько остановок, но тем не менее очень холодно, нереально. Таксо бесплатно. По маршрутке так вообще не залезешь. Особенно зимой, когда в одежде, в этой весь как капуста одет, и еще залазишь в общественный транспорт. Вот жесть ты где была. У нас мы не залазили в общественный транспорт. Вы пешком ходили? Пешком, мы все время ходили. Ну как, несколько остановок. Ну как, пришли у нас вот так несколько и от главного остановок. До 10 корпуса идти минут 20, мы между корпусами, наверное, тоже минут 20 ходили. По кишке ходили, бывает, у нас это называлось кишка, длинный магазин. Длинная, да, такая. Смотрите, новые дома. Сейчас развернемся. Ну, застраивается район. А жалко, да. Плохо видно из-за капелек. Застраивается, да. Очень красиво, все новенькое такое. Вот это явно тоже строится будущее. Это, скорее всего, тоже общага, судя по... Лиза, да? Тоже общага корпус? Точно так же просто выглядит, как ваш. Скорее вот всего. Вот тоже строится какой-то корпус, тоже, по всей видимости. Тоже написано Florida International. Угу. Ой, цветочки продают. Off the hook. Она закрыта, Вов. Открыто только вот это чикен. Healthy delicious. Это... Вообще там, где просто написано в названии чикен, а то вот туда там, лучше вот, смотри, не ходить. Я проезжаю, пока мы тут с тобой едем, все равно пока. А, вот Taco Bell есть. Кто хочет просраться в дороге, Taco Bell для всех. Magic. Travel open. Все? Закрывает? Они в магазин пошли фигурки смотреть. А кому там мультик идет, Маш, тебе? Короче, мы не едим. Здесь невозможно нигде поесть. Это просто какой-то ад. Короче, приехали в какую-то еду. Нужно дождаться 20 минут на вынос. Вообще, Лизе с собой. Мы ничего не едим. Ну, вроде как наггетсы какие-то детям взял, если они там есть, но вроде есть. И Лизе с собой какую-то еду тоже на вынос готовую. Сейчас ее приготовят. 20 минут надо подождать. У нас время уже 3:30, нам надо ехать домой, у нас собака негуленная, все на взводе, все орут, все недовольные, у детей, у Кати истерика начинается. В общем, папа их вытащил в магазин какие-то фигурки посмотреть. Лёва и малышня пошли фигурки смотреть. Ну и обратно. Обратно отсюда, пока мы выйдем, в общем, обратно 2 часа дороги, потому что в это время будут пробки. Так, дождь очень сильно пошел. Лиза уже забрала еду. Позвони Лизе, скажи, чтобы она зашла за ними. Не, подожди, не заходи. Лиз, нет, я знаю, зайди в магазин, позови папу с детьми в Marvel магазин. Не, правее. Такое молния. Лиз, давай слегка. Самих, я не могу дозвониться ни до кого. Да, вон туда. Бегом. О, там такая молния, такой гром. Капец, они сейчас все промокнут. И сюда в машину мокрые ехать. Все, вышли. Что-то, видимо, купили. Смотри, Лаврушка, ты побежал скорее. Это еще не такой сильный, он уже вон прекратился. Кать, ты чё ноешь? Садись. Тут там Лиза, Лиз. Жесть. Это жесть. Катя плачет. Алина как здесь сядет?
Просто закрой, да. Включила им терминатора. Лес! В дорожку. Не ори. Все нервничают, все психуют. Не знаю, я абсолютно спокоен, на удивление, кстати. А вы? Что ты купила? Я кстати, да, на удивление, что ты спокоен. Дайте им чикен, да. Есть чикен. Наггетсы, да? А, тендерс, это курица в панировке, гадость редкостная. Но что имеем? Мы все сели. Сейчас она дала. Пристегнитесь. Это кому? Там тендерс тоже. Маш, короче. Лёве, детям дайте туда что-нибудь, они разберутся сами. У меня только суши, да. Лизочка, что ты взяла с собой? Только суши. Почему я люблю семейные поездки, непонятно. С чем? С чем? Сейчас нам туда Маша даст тарелочку. А, чикен тендерс. Ой, отлично, осторожно. Пахнет хорошо. Нет, кстати, там очень хорошая кухня, ты знаешь, там цивильная кухня. Я не сомневаюсь. Дайте мне тарелочку. Немножко съесть, оставьте лицо в суши. Они что, в одной тарелке все? Они все там? Нет, у меня моя вторая. У тебя в другой тарелке? Господи, да. Все, Лизе оставляем суши, это все едят все. Все, кушаете? Голодный. Да. С голодухи все. Сейчас домой. Наконец-то. Лёва, нет, мы едем домой. У нас собака не гуляная. Ай-хоп, друзья. Кто не в курсе, шикарное заведение. Много-много блинчиков, много всякой яичницы совсем на свете. Ай-хоп. И работает 24 часа в сутки. Да, 24 часа. Да, это самый важный большой плюс. Много, дешево, сытно и 24 на 7 в любой день недели. А, вон он, бургер, бинго, вот гипс. Так я же говорю, они рядом, да. Они всегда рядом. Так, немножко поели. Уже хорошо. Лиза, с чем у тебя? С рыбой, с суши? С чем? Можно прибавить, пожалуйста. С креветками. Чуть-чуть им прибавляем. Ага, и все. И они всю дорогу смотрят 2 часа терминатора. Можно прибавить! Папа. Сдувается папа. Все, высаживаем Лизу. Все, привет. Если как бы будет совсем не моготу, приезжай поесть. Дорогу знаешь, найдешь. Ребят, ну видите, как встали. Мой маленький, давай. Давай. Ай, да блин, Кать! Все, давай. Пока. Что? Что, Лавруша? Все. We're like a broken record. Cause we always mess it up, even though we say we never do that. So here we go, acting like we do. We say things that are not true, but somehow I'm still here. Oh,
whispers. You know my mind is torn up. I never thought it'd be like this.